В эфире канала ННТ «Новости Дагестан», в студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Развернули триколор за наших. О мероприятиях, прошедших в республике в День защитника Отечества, расскажем через минуту. Отец и трое сыновей. Историю о добровольце из Махачкалы, который поехал в зону СВО, чтобы быть рядом со своими детьми, смотрите в выпуске. Протянем руку помощи. Фонд «Инсан» продолжает сбор средств для маленькой Фатьмы. 8 наград различной пробы. Дагестанские борцы отличились на международном турнире в Армении. 23 февраля – День защитника Отечества. У нас в республике он традиционно начинается с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». В торжественной церемонии принял участие и глава Дагестана Сергей Меликов. Отдать дань павшим в боях защитникам Родины пришли также представители власти и силовых структур, воспитанники патриотических отрядов и простые горожане. А накануне в рамках празднования Дня защитника Отечества руководитель региона вручил госнаграды участникам специальной военной операции. Их получили военнослужащие и добровольцы, родители и члены семей участников СВО, врачи, меценаты и журналисты. Орденом почета Республики Дагестан третьей степени был награжден и муфтий республики шейх Ахмад Хаджи Абдуллаев. В продолжении темы. В Махачкале на площади Ленина прошел масштабный флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. Участие в акции «За наших» приняли тысячи молодых людей. Они выстроились в патриотический лозунг, развернув Знамя Победы и триколор. Он поехал поддержать сыновей. Руслан Мустаев – многодетный отец. Трое его ребят с первых дней начала СВО находятся на так называемой линии соприкосновения. Недолго думая, Руслан и сам отправился на фронт добровольцем. Находящегося в отпуску после ранения военнослужащего накануне Дня защитника Отечества навестили представители Минтруда и наша съемочная группа. Слово Кариму Гамаеву. А здесь я только слышу, что ты старый. Тебе трудно будет здесь. А что, молодым легко, да? В 1964 году на советские экраны вышел художественный фильм Ризо Чхеидзе «Отец солдата». В наши дни мы стали свидетелями повторения истории, написанной не режиссером, а судьбой. Руслан Мусаев – отец восьмерых детей, трое из которых находятся в зоне специальной военной операции. Говорит, с детства воспитывал в детях любовь к родине. Сыновья, будучи в армии, заключили контракты и еще до начала СВО несли службу в горячих точках. Старший боец морской пехоты, награжден орденом мужества, участвовал в боевых действиях в Сирии. 8 месяцев в Сирии был, оттуда как приехал, через даже месяц там не прошел, он даже сюда приехал, сколько дней он здесь был, я даже не помню. 3-4 дня здесь был, обратно в Украину уехал. Брат Руслана Мусаева работал сотрудником МВД в Махачкале и погиб после теракта 3 мая 2012 года на Сулакском выездном посту. Вспоминает, что именно тогда твердо решил, что будет бороться со всеми, кто несет угрозу спокойствия и мира. После того, как в зону СВО уехал и третий сын, многодетный отец через неделю уже сам пошел в добровольцы. Попал на донецкое направление, получил ранение, после которого проходил реабилитацию и скоро собирается вернуться на линию соприкосновения, несмотря на все просьбы родных остаться. Мать, наша мать, одного сына, говорит, я потерял, говорит, сын мой, говорит, ну куда ты, говорит, дальше лезешь, говорит, туда, там, говорит, твои сыновья там воюют, говорит, туда-сюда. Я поехал ради моих сыновей, туда поехал. Честно сказать. Наши земляки всегда себя проявляли на полях сражений. В преддверии Дня защитника Отечества Мусаева навестили представители Минтруда с подарками. Руководитель ведомства Мурат Казиев заверил главу семейства, что не оставит родных и близких военнослужащего без внимания и заботы. Ну а сам наш герой, перед тем, как снова уехать в зону СВО, обратился с пожеланиями ко всем, кто несет службу, отстаивая интересы страны. Каждый день ко мне звонят, да, ребята наши. Я их встречаю, провожаю, да.
Многих нету, этих ребят нету. Многих, которые отсюда, когда ехал туда, я хочу, да, вот там, которые есть, ребята наши, чтобы они живые и здоровые, чтобы вернулись. Карим Гамаев, Саид Шагитов, новости НТ Махачкала. Они защищали родину. Ветеранов Великой Отечественной войны посетили сотрудники отдела просвещения при муфтияте республики. Мы вас никогда не забывали, не забудем. И что хотим, благодаря вот таким людям, как вы, можно сказать, сегодня у нас вот мирное небо над головой. Спасибо. Курбану Магомедовичу Курбанову через 2 месяца исполняется 100 лет. Его часто навещали первые лица республики, а сам он говорит, что не чувствует прожитых лет, с ним рядом всегда его дети и внуки. А вот Юрий Антонович Петрухин остался совсем один, его супруги уже нет в живых. Сотрудники отдела просвещения взяли под опеку одинокого ветерана. Я один. Ну, слава Аллаху, что посещают, уважают. Вот, и я здесь живу. Зовут. 2 в Москве, 1 в Челябинске. Зовут. И никуда я из Махачкала не поеду. Вы больше никогда не говорите, что вы одни. Нет. Хороших людей Всевышний Аллах никогда не оставляет одиноких. Одних не оставляет. Мы всегда рядом. Защищать родину – благородная и почетная миссия. С такими словами обратился к военнослужащим Каспийской флотилии председатель Совета имамов города Каспийска Мурат Исмаилов. Уважаемые братья, хочу в первую очередь вас поздравить с наступающим праздником. Мы знаем, вы находитесь всегда в страже, всегда, чтобы вы защищали нашу страну. И это очень огромное дело – защищать родину. Подобная встреча прошла впервые, но, как отмечают организаторы, в дальнейшем они будут проводиться на регулярной основе. У столичного управления образования новый руководитель. Накануне Мурада Шафиева официально представили коллективу ведомства. Сделал это лично исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. Он охарактеризовал Шафиева как специалиста, который соответствует всем требованиям профессиональной подготовки. Шафиев был ректором гуманитарного университета, последние 4 года работал заместителем министра по национальной политике, является кандидатом юридических наук. Постараюсь оправдать оказанное доверие и те навыки, опыт, компетенции, которые удалось наработать в своей прежней работе, постараюсь реализовать на благо нашего столичного образования. Надеюсь, мы с вами сложной командой покажем те результаты, ту, скажем, программу, которые нам ставит руководство и города, и региона. Спасибо еще раз. Фонд «Инсан» продолжает сбор средств для маленькой Фатьмы. Напомним, в предыдущих выпусках мы рассказывали о 2-летней девочке, страдающей ДЦП 5-й степени. Ей необходим вертикализатор – специальный аппарат, который поможет в формировании правильной осанки и намного облегчит жизнь ребенка. Стоит такой аппарат 335 930 рублей. Собрать пока удалось только 276 тысяч. Нам нужен вертикализатор для того, чтобы поставить на ноги Фатимку. Для дальнейшего, чтобы моя девочка ходила, нам она очень нужна. Чтобы помочь малышке, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы увидите на ваших экранах, или через мобильное приложение фонда «Инсан». Протянем руку помощи вместе. И к новостям спорта. Стала известна дата следующего боя Магомеда Исмаилова. 7 марта дагестанский боец выступит по правилам бокса. Поединок против Ивана Штыркова возглавит турнир лиги RCC в Екатеринбурге. Бой будет носить статус реванша. В 2020 году спортсмены уже встречались по правилам ММА. Тогда Исмаилов оказался сильнее Штыркова, но с тех пор оба попробовали себя в боксе. И в новом для себя виде спорта идут без поражений. Поединок в весе до 93 кг будет состоять из 6 раундов. 8 наград разной пробы выиграли дагестанские вольники на международном турнире в Ереване. Молодежные соревнования с участием около 150 борцов завершились накануне. Помимо армянских и российских спортсменов, на ковер выходили представители Грузии, Ирана, Индии, Белоруссии и Молдовы.
Золотые медали нашей команде принесли братья Магомед и Далгат Абдулкадыровы из Хасавюрта. Второй в финале одолел другого дагестанца, выступающего за Беларусь, Ислама Гусейнова. Серебром также отметился Абдурахман Расулов. Кроме этого, в активе наших борцов 4 бронзы. На сегодня это все новости. Смотрите наши выпуски также на странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Хороших вам новостей и до новых встреч!